Приветствуем вас на торжественной церемонии открытия доски почета Южнинского сельского поселения Белореченского района за 2022 год. У нас живет очень много заслуженных людей, которым нужно говорить спасибо, которые для нас, для всех, особенно для молодежи, являются примером. Поэтому чем больше вот таких будет мест, где мы будем видеть портреты тех людей, которые внесли особый вклад в развитие, которые достойно трудятся. Это то небольшое, что мы можем сделать для людей, которые для нас служат примером, чтобы сказать им спасибо за ваш труд, за ваш вклад. Поэтому вот сегодня мы первое в Южнинском сельском поселении открываем такую доску почета. Всем спасибо большое за это начинание и поздравляю номинантов и тех, кого мы будем теперь лицезреть, заслуженных людей Южнинского сельского поселения. Сегодня мы чествуем наших самых трудолюбивых и прекрасных людей нашего поселения, которые сегодня размещены на доске почета. Эту высокую оценку дали коллективы ваших предприятий, на которых вы трудитесь, и руководители. Мы вас очень сильно любим, гордимся вами и уважаем очень сильно вас. Хочу поздравить вас с сегодняшним замечательным событием и пожелать в вашем лице счастья, процветания вашим коллективам, вашим предприятиям, которые трудятся на благо нашего поселения, района и Кубанской земли, и нашей Родины.